Спецназ НАБУ против следаков ГПУ. Скандальные задержания, аресты и громкие заявления. Вся прослушка в Украине идет через СБУ. Це означає, що СБУ недоторканне. Вторую неделю на всю страну гремит история борьбы двух ведомств. Вот из Генпрокуратуры пришли обыскивать антикоррупционеров. Я пришел сюда, чтобы не хочу. Я зайду сюда, а вот там. Зараз приняли вас и вынесли. А вот уже спецназ НАБУ, не церемонясь, вяжет прокурорских прямо на улице, на глазах у изумленных киевлян. Но и это не все. В тот же день сотрудники НАБУ шокируют заявлением. Их пытали в кабинетах и даже подвалах ГПУ. Начал подносить нож к глазу. А в ответ ГПУ заявляет, нечего было следить за ними. Именно дела о прослушке стали поводом вынести ссор из СБ. Оказалось, и тот самый первый обыск в НАБУ... Меньше, что сегодня какие-то обшуки. НАБУ проводит прокуратура в связи с какими-то незаконными прослушиваниями телефонов. И яркая потасовка связана с якобы незаконной слежкой. Именно из-за ее разоблачения спецназ НАБУ вязал на улице следаков ГПУ. Мы пришли и на эту квартиру с невідкладним обшуком, чтобы установить осіб, які проводять це стеження. Вже тоді ми зрозуміли, що це працівники НАБУ. Как сегодня утверждают в Генпрокуратуре, в одной из квартир, окна которой выходят на здание департамента ГПУ, НАБУшники оборудовали пункт наблюдения со спецтехникой для прослушки. Если даже руководство надзорного ведомства может стать жертвой, как они утверждают, незаконной прослушки, то что говорить об обычных, рядовых гражданах Украины? Технологии слежки уничтожили понятие приватности. Все зависит лишь от того, как сильно хотят вас прослушать. Должна быть здоровая такая вот паранойя. Сегодня мы расскажем о том, как пробираются в ваши квартиры и фотоальбомы. Как следят за вашими спальнями и офисами, разговорами и переписками. Расскажем и объясним, как бороться с непрошенными ротозеями. Вот в этой вот дощечке, тем не менее, спрятана миниатюрная видеокамера. Эта дощечка – часть паркета. Видеокамера размером с игольное ушко. Широкоугольная камера. Сигнал можно выводить либо по проводам, либо по радио. Чаще используются радиожучки, но их проще обнаружить. То есть любой из этих приборов может обнаружить радиожучок. Неожиданно нагрянули уборщики в офис. Точно знаете их всех в лицо? У вас проблемы с кондиционером, и мастер долго возится с отвертками. Знакомая ситуация? Это микрофон. Его еще сложнее найти, потому что он может быть спрятан где угодно и по проводам передавать там, куда угодно информацию. Чем больше секретов вы обсуждаете, тем больше вероятность, что за вами подсматривают. Вы даже представить себе не можете, что служит антенной для жучка или видеокамеры в вашей квартире. Если в помещении есть отопительная система с металлическими трубами, то эти трубы – это фактически тот же самый провод, по которому можно и подать напряжение, и вывести сигнал. Радиокамера или жучок могут питаться от батареи. Через двое-трое суток оно там батарейки либо должны быть заменены, либо устройство изымается, забирается. Он живет до того момента, пока не сядет батарейка. Да. Обычно батарейка, ну, сильные аккумуляторы туда ставятся, хватает на неделю. Есть закладки, которые вставляются в стену, потолок, которые питаются от 220 вольт телефоны, компьютер можно. Ищут прослушивающие устройства с помощью спецтехники. Но если прибор громоздкий и примитивный, можно найти его самому, имея базовые навыки. Настольная лампа, телефон, офисный панельный потолок, розетка. Если есть какое-то подозрение, то лучше просто взять, разобрать какое-то устройство и посмотреть, есть ли там внутри что-то или нет. Видеокамера. Зрачок, торчащий в стене в режиме онлайн, подает картинку на чужой компьютер. Не поможет даже выключенный в помещении свет. Доминик.
самый неподходящий момент. Проверить помещение на предмет прослушки стоит от 15 до 50 долларов за квадратный метр. Делается это комплексно. Прибор, который позволяет найти скрытую камеру по объективу. Глазок фиксирует наличие объектива даже размером с хлебную крошку. Найти камеру – кропотливая и дорогостоящая работа. Если стоит камера, то она будет бликовать. Нужно очень внимательно пройтись по всем стенам, потолкам. Если где-то будет мерцание, нужно подойти поближе и посмотреть. Объектив вашей камеры тоже мерцает. Этот прибор пару сот долларов. Хоть если честно, его себестоимость 50. Есть система универсальней. Он ловит все сигналы, передающие картинку из помещения в режиме прямого потока. Этот прибор позволяет словить излучение радиокамеры. И прямо здесь же на мониторчике маленьком появляется картинка. И если прослушивание помещения можно избежать, то с видеонаблюдением не обойтись без вмешательства профессионалов. Можно поставить сигнализацию, она постоянно запитывается от 220. То есть проблема прослушки – это питание. И проблема установить – это зайти в ваш кабинет под каким-то предлогом и незаметно ее где-то спрятать. От прослушки и видеофиксации не защищены даже сильные мира сего. Они тратят миллионы денег на защиту информации. Задействуется толпа специалистов для обеспечения защиты информации. И достаточно внедрить своего человека. На этих кадрах, снятых скрытой камерой, запечатлены люди, которые никогда не хотели быть пойманы. Идет внутренняя договоренность. После публикации этого видео им светит тюрьма. Не скажу, вот привезли, передал, где-то взял. То есть тот все 110 тысяч, ты что слышали? На этом видео няня издевается над доверенным ей ребенком. Видео, снятое скрыто, привело их в тюрьму. Кто чаще всего заказывает специалистов по информационной безопасности для проверки жилья и офиса? Вы будете удивлены. Услуги по поиску закладок чаще заказывают бизнесмены, политики, ну и также сумасшедшие с манией преследования. Считывать информацию из другого здания, используя вибрации окна, прошлый век. На стекло направляется луч. И отраженный луч уже промодулирован. Из-за толстых евроокон, установленных повсеместно, это уже не рентабельно. Да и ни к чему. Современные технологии избавили шпионов от подобных хлопот. Намного дешевле прослушать ваш телефон. Закладку можно замаскировать во что угодно. В часы, когда вам дарят часы, будем говорить, настенные, настольные. Вот. Когда вам дарят телефон, ну, в стационарном телефоне можно поставить. Чтобы прослушать городской телефон, необходимы аппараты на, вы не поверите, 150 гривен. Можно взять самые дешевые наушники, самую дешевую телефонную трубку, подключиться к телефонной линии стационарной. И прослушать. Разговоры по мобильному – новый уровень. Однако и он не проблема для тех, кто хочет знать ваши секреты. Либо используются комплексы, которые настраиваются на частоту мобильного телефона. Словить радиосигнал с мобильного телефона – это не есть сложно. Но сигнал зашифрован. И в этих комплексах используются дешифраторы, которые позволяют в реальном времени расшифровать сигнал. Защититься от прослушки можно, однако это обойдется дорого. Скрэмблер – это такое устройство, которое преобразовывает голос, ну, как в непонятный набор звуков. Если у человека на втором конце провода есть такой же второй скрэмблер, то он его может слышать, может он с ним нормально общаться. Проблема лишь в том, что круг общения ограничен людьми, на чьих телефонах заранее установлен скрэмблер. Есть и другой выход – спутниковые телефоны. Однако их цена – от 10 тысяч долларов, и габариты – большой минус для тех, кто хочет иметь тайны. Мобильный телефон возможно прослушать несколькими способами. Либо через оператора. Тут должен участвовать сотрудник оператора, который нарушает закон
и это будет очень дорого стоить. Именно в подобной схеме российский оппозиционер Алексей Навальный обвинил ФСБ России. Мессенджеры двух оппозиционеров, по его мнению, были взломаны с помощью популярного мобильного оператора под давлением спецслужб. Схема там простая. МТС отключает у вас СМС. Потом злоумышленники восстанавливают пароль через то самое СМС, которое получают они, но не получаете вы. То есть спецслужбы, по мнению оппозиционера, когда им необходимо, напрямую сотрудничают с вашим мобильным оператором для того, чтобы следить за вами. Резонанс, вызванный скандалом в России, повлек массовое отключение от оператора, международный иск и неоднократные попытки оправдаться со стороны оператора. К бизнесмену под офис приезжает небольшой фургончик. На протяжении недели все тайные разговоры записываются и анализируются. После – маски-шоу. Все для того, чтобы заработать на прослушанном предпринимателе. Это риск, соответственно, за $100 никто не будет никого прослушивать. Это будет от $1000 и выше. Сегодня в Европарламенте новый тренд. Не самые бедные политики Европы неожиданно стали носить старенькие, потертые кнопочные телефоны. Зачем? Очень просто. Чем примитивнее аппарат, тем труднее считать с него информацию. К примеру, СМС. Однако и это не гарантия того, что ваши сообщения не попадут в чужие руки. Думаете, для того, чтобы быть прослушанным, нужно быть бизнесменом или политиком? Думаете, ваши секреты никому не интересны? Ошибаетесь. Эта зарядка для подкуривателя стоит на радиорынке $30. Достаточно подкинуть ее в нужное место, она с секретом, есть место для сим-карточки. Когда вы хотите кого-то прослушать, вы просто звоните на него. Работает в радиусе 6 метров. $30 стоит прибор, который позволит вас прослушать. Им могут воспользоваться ваши враги, конкуренты и даже родственники. Сейчас очень популярны так называемые GSM-жучки. Это обычный мобильный телефон, только который выполняет одну функцию. Он принимает звонок, сам на него отвечает и транслирует в эфир, то есть тот аудиосигнал, который он получает. На Алиэкспрессе такие стоят там по $10. При определенных навыках стоимость этой операции обойдется им в 600 гривен. Все чаще и чаще угроза уголовного преследования за прослушку пугает все меньше людей. Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации наказывается штрафом от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 4 лет. Развитие технологий и их доступность уничтожает наше право на приватность. В интернете можно купить вот это. Или такая камера, замаскированная под датчик движения. Камера со встроенным Wi-Fi. Ей достаточно просто подать питание и все. Камеры, которые незаметны на первый взгляд, уже являются скрытыми, то есть незаконными в Украине. Тем не менее, каждый из нас владеет мобильным телефоном. Камеры – его комплектующие. Многие используют для слежки, разбирая обычный телефон на детали. Посмотрите, что лежит у вашего компьютера. Проводная мышь. Уверены, что внутри нет сюрпризов, как в этом шпионе. А вот прослушка в виде компьютерной мыши. Вот жучок в сигаретной пачке. А это замаскированная в зарядку мобильного прослушка. Здесь микрофон, тут карта памяти. А это камера «Винтик». Стоит $20. Любая из этих вещей незаконна в нашей стране. Тем не менее, их закупают сотнями в виде обычной покупки из-за границы. Каждое из этих устройств может уничтожить репутацию, лишить бизнеса или семьи. И для этого не обязательно быть олигархом. Достаточно иметь смелых врагов. Считаете, что никому не интересно не только слушать вас, но и подсматривать через портативные радиокамеры? Тогда, возможно, найдутся желающие залезть в ваш телефон. Прямо сейчас за $5 я куплю программу, которая будет считывать ваши СМС и ваши пароли. Вирус Троян вы установите сами. Злоумышленнику останется только записать ваши секреты. Эта программа получает даже пароли от вашей почты и аккаунтов в Одноклассниках, Фейсбуке и ВКонтакте. Теперь вместо вас могут зайти на вашу страницу. И сейчас мы расскажем, как это делают.
Мы имеем полностью перехват всех разговоров в скайпе, в вайбере, в ватсапе. Мы имеем полностью геопозиционирование. Он может похищать пароли, которые пользователь хранит в браузере мобильного телефона. Достаточно послать купленный за $5 код в виде интернет-ссылки необходимому адресату и заставить его нажать на эту ссылку. Приобрести троян можно от 5 до $50 за одну копию. Парадоксально, но заражаете свой телефон и компьютер вы сами. Просьба зайти по ссылке. Не заходится? Забыли и работаете дальше? А зря. На вашем компьютере уже установлен шпион. И установили его вы своими руками. В телефон пускается какой-то вирус, который позволяет с другого телефонного аппарата получать дубликат разговора. Иногда заставляют зайти по ссылке очень изощренно. Уважаемый Иван Иванович, посмотрите, пожалуйста, во вложении проект договора, который мы обсуждали с вами на прошлой неделе. Вероятность того, что этот человек откроет это письмо, 99%. Чаще все еще проще. Вы любите котиков? Тогда лайкните нашу страницу. У многих из нас на экране телефона возникал этот вопрос. Вы ставите какое-то приложение или запускаете файл, но у вас на экране появляется запрос, что это приложение просит доступ к микрофону. Спрашивается, зачем какому-то там документу доступ к вашему микрофону. Большинство людей хотят все-таки открыть этот документ и нажимают «да», «согласиться». После того, как на ссылку нажали, загруженный шпион начинает автоматически пересылать информацию с вашего компьютера и телефона на чужой компьютер. Там есть все, включая ваше местоположение в данный момент. Кое-кто пользуется доверием близких. Ревнивые партнеры дарят своим половинкам смартфон, предварительно установив на него свой ID-пароль. Это позволяет совершенно законно следить за всем, что происходит через камеру мобильного с помощью компьютера. Если у вас телефон там оказался в руках, там на 2-3 минуты, например, человек забыл просто и отошел, то там с ноутбуком подойти, просто подключить провод, за 2 минуты заразить этот телефон. Но это слишком просто. Залазят в мозги телефона намного изощренней. Голливудские селебрити не исключение. Десятки обнаженных звезд из личных фотоархивов. Они тоже переоценили надежность своего телефона. Кристен Риттер. Что говорить о степени надежности телефонов людей, которые не имеют такого уровня защиты? В телефоне уже есть микрофон, уже есть передатчик. Мы разговариваем, а кто-то через телефон нас слушает. Но он же должен подать какие-то признаки по логике, нет? Не подает никакие. Проще говоря, прямо сейчас с камеры вашего мобильного кто-то может вести съемку без вашего ведома. Вы об этом ничего не узнаете. Так, вопрос в том, не как делать селфи, а вопрос в том, кто именно будет делать селфи. Самые популярные мировые мессенджеры следят за нами. И вполне законно. Загружая ту или иную программу, мы не глядя соглашаемся на то, чтобы за нашими разговорами, письмами и видеочатами следили. Это называется социальная инженерия. Вы никогда не задумывались, почему на вашем компьютере то и дело всплывает контекстная реклама? За нашими разговорами и письмами следят для того, чтобы знать, какой чайник нам нужен, какую удочку мы планируем купить. Чем больше мы болтаем в сети в приватных беседах, тем больше о нас знают гигантские корпорации. Большой брат следит за нами, как никогда. Однако это не самое худшее, что может случиться с нашими секретами. Вирус Троян может оказаться в руках тех, кто хочет узнать то, что вы пытаетесь скрыть. То, что никогда не должно стать достоянием общества. Именно поэтому эксперты дают свои советы. Обязательно нужно иметь антивирус. Как защитить себя от прослушки? От вируса? То есть, если есть подозрение, что там что-то у вас сидит, делается сброс, аппаратный сброс с уничтожением всей информации, которая там находится, в том числе и троян. Любой посторонний человек в вашем офисе, будь то электрик или сантехник, потенциально опасен, если вам есть что скрывать.
Очень важно помнить, в вашем кармане электронная игрушка под названием смартфон, способная следить за вашими словами, мыслями и поведением. Как и веб-камера на вашем компьютере или ноутбуке. Во время ведения важных переговоров вы носите телефон в соседнее помещение. Просто выключить телефонный аппарат. Это может помочь, а может и не помочь. Однако полностью обезопасить себя не под силу даже руководителям крупнейших государств мира. Утечка информации в 21 веке – главное оружие. И главная боль даже тех, кто, казалось бы, управляет миром. Что интересно, до сих пор монополию на прослушку в Украине имеет СБУ. Фактически служба безопасности Украины знает о любой прослушке любого чиновника, любого прокурора или в том числе любого сотрудника службы безопасности Украины. Вся прослушка в Украине йде через СБУ. Це означає, що СБУ не деторканне само. І це означає, що СБУ може бути місцем витоку інформації. Но вот-вот появится еще один орган, который сможет легально за бюджетные деньги следить и прослушивать. По крайней мере, на этом настаивает ряд депутатов. Ми вчора підтримали законопроект і просимо парламент його прямо зараз ухвалити, який дає антикорупційному бюро за рішенням суду право вести власне прослуховування. Я підтримую ініціативу руководителя антикорупційного бюро, тому щоб НАБУ мала можливість технічно самостійно організовує без СБУ можливості прослушання государственного чиновника. Іменно із-за таких перспектив можуть йти розборки між силовиками і антикорупціонерами. Кто победит, скоро мы точно услышим.